Очаков ТВ представляет. Здорово. Здорово. Ну что там, рассказывай. Ну что тебе рассказать смешного? Смешного? Расскажи мне, как Зеленский хохлов уничтожил. Могу тебе рассказать, как вот эти ваши шапочки из фольги носят, чтобы защищаться от спутников НАТО. Да мне похуй, если честно. Это ваша страна, представляешь? Это учителя, люди с высшим... Не говори одновременно со мной. Люди с высшим образованием, им дали приказ, по приколу причем, из Единой России, пранкеры. Сказали так, сделать шапочки из фольги и провести акции в этих шапочках. Мы будем защищаться от спутников НАТО таким образом. И они рабы, они же понимают, что это невозможно, нереально. Там есть, наверное, преподаватели физики, там, математики. И они сделали вот эти шапочки и вышли, как конченые овцы. Понимаешь? Конченые овцы вышли в шапочках из фольги от башен излучателей. Кстати, на самом деле, ты знаешь, им нужны шапочки из фольги. Только не от спутников НАТО, а от башен излучателей. Ты знаешь, что такое башня излучателей или нет? Куда ты убежал, гаденыш, блин? Убежал он. Здравствуйте. Здрасте. Вы чем хотели пообщаться, поговорить? О чем? Ну, не знаю, может, у вас какая-то тема есть. Вы для чего поставили Украину? Да вы же не с Украины, вы с Америки. Вам такая хер разница. Не ругайтесь только. Я... Очаков ТВ, зачем? О, видите, вы меня вы знаете, спасибо. Вы задаете вопрос дебильный. Ну почему дебильный? Ну не горите. Ну потому что не ставь. Почему? А вы-то зачем что-то приперли? А я могу ответить, что? Чего вы так Вы живете на Украине? Так я же родился в России. Вы живете на Украине? Нет, я живу в Калифорнии. Не в Калифорнии. Нахрен вы этот вопрос спрашиваете, почему я поставил? Вам какая разница? Потому что мне интересно, для чего вы поставили Украину? Интересно, подпрыгните на Калифорнии два раза, чтобы вам было... Ну что ж вы так горите, а чего? Я с вами спокойно говорю. Я так общаюсь, ну такой эмоциональный человек. Такого эмоционального человека... Вы как женщина, да? Жизнь. Эмоции горят. Да. Ох, да. Поэтому... Ну ничего страшного, бывает. Поэтому Россия ставит позу бегущего оленя Украину. Да, я согласен с вами. И убежал. Ой, блин, какой же ты накачанный. А? Бля, очень. Сколько тебе лет? Много. Бля, 84 скоро будет. Ну, тебе где-то 50. Он выглядит лучше, чем я. Мои 23. Молодец, мужик. Можешь банку показать? Левую покажу, а то правую ты испугаешься. Это левая. А правую можешь показать? Нет, правая слишком здоровая. У тебя самооценка снизится. Думаешь? Конечно. Так давай тогда будем членами мериться. Вот тогда у тебя там самооценка упадет. Нет, слушай, ну не в эфире же. А, ладно. Тогда у тебя самооценка. Молодец, блин. Ты откуда? Пока-пока. Ну давай, пока. Чувак веселый. Кстати, я не исключаю, что это украинец, потому что он из Германии.
Ух ты, какой ты продвинутый чел. Ну, внешне, по крайней мере. Что скажешь в свое оправдание? Здорово. Меня Александр зовут, я из Сибири, из города Сургут. К вам как можно обращаться? Мы с вами беседовали относительно недавно. Вполне возможно. Нельзя всех запомнить. Напомните, как вам обращаться можно. Владимир меня зовут. Очень приятно, Владимир. Что сегодня обсуждаете? Ну, вот, вот это вы видели, акция, которая у вас в России прошла? Нет, не видел. Короче, смотрите, сказали им депутаты одеть этим самым в Воронежской области преподавателям там, воспитателям садов, преподавателям школ, сказали одеть шапочки из фольги, чтобы защищаться от спутников НАТО. И они одели, ничего, провели такую акцию, представляете? Это вам такие новости в Украине скармливают? Это вам это, такие вот, новости. Это вы вот этим питаетесь, да? Это вам это такие вот новости. Вы этими новостями питаетесь, дурачок тупой. Хотите, где я вы вам эту показать? Новость прочитали? А, вот, смотрите. Где вы эту новость нашли? Где вот вы эту новость нашли? Да вы мне не показываете. Вы где эту новость нашли? На каком ресурсе? Понятно, тупо. На всех. Я газета, убрал, газета я не слышу, дура. На всех ваших российских ресурсах. По кукарекой. Так на всех вышли ресурсах. Украинки ваши. И изображают из себя учителей. Да? Ну, а давай. Ваши газеты где почему это написали? Увидел? Дурачок тупой. Ну, молодец. Браво. Почему ваши газеты про это написали? Это не интересно. А? И сидит довольный. Почему ваши газеты я, говорит, про это написали? Я, говорит, фейк пытаюсь раскрутить. Думает, что его кто-то слушает. Дебил тупой. Те звук отключили уже давно. Володь, ты чё ж такой убогий? Да ты слабенький. Ты слабенький. Он боится, естественно. Дебил не понимаешь, да? Ты слабенький. Ты слабенький. Естественно, ты ничего не можешь. Неси дальше. Испугался, блин. По тупости твоей нес так и нёшь. Вы видите, смотрите, они считают реально, да? Точнее, не считают. Я понимаю, что они понимают, что это у них в стране, это нормально. Вот когда вот такая хрень происходит. Но им не хочется в это верить и признавать себя конченными просто. Конченными рабами. Не хочется им в это верить и признавать. Поэтому он, естественно, и наушники... Снял, блин. Он не хочет это слушать. Ну, позориться, я понимаю, позориться не хочет. Ну, не хочется слушать. А меня знает гаденыш, блин. Правильно, чувак. Смотри ролик с собой. Не первый уже. Мы с тобой виделись где-то, ну, я думаю, недели две назад. Вот в этом промежутке, может, даже меньше. У нас есть одна зрительница, самая такая. Активная зрительница, Светлана ее зовут. Она может помнить, когда с таким дурачком, как мы встречаем. У нее феноменальная на это способность есть. Понимаешь? Дурачок. Так что, если она захочет и посмотрит этот ролик, она подскажет, может быть, кто ты такой и с чем тебя мы съели в прошлый раз. Все, пока, дурачок. Слышите меня? Не хотите еще раз опозориться, рот открыть, да? Она боится что-то сказать. Я ее понимаю. Боишься что-то сказать, да? Боишься опозориться в очередной раз? Ну. Алло.
Она больная, реально. Она реально больная. Больной человек, а? Кошмар какой. Видно, в жизни ничего нет, чтобы она добилась или к чему бы стремилась. Вся ее гордость в том, что ее страна сейчас убивает людей в соседней стране и захватывает территории. Представляете? Кошмар какой. Кошмар какой. Это женщина, с позволения сказать, у меня на заставке, когда вот начинается ролик, там вот эта вот палитра, да, разных этих самых подгорателей, вот она там есть. И несколько роликов уже было. Вот такие дела, друзья. Страшная картина.